блогером поработаю. Оба. Привет, ребята, в Беловой Грузии, меня зовут Анатолий. Кирилл. И Кирилл. И оба Днепряне. Да, и оба Днепряне. Вот. Так что, Украина forever, привет всем, кто знает, кто не знает. Мы сейчас, кстати, находимся, на 3000 метрах и готовы стартовать на вот этом вот кусочке бумажки, которая сзади нас. Замечательный парапланчик. Да. Будем приземляться на 2200. Так, не держать ее и поехали. Не держать. Не спеши, сейчас поедем. Вот. Будем приземляться на 2200-800 метров перепада. Приблизительно. Плюс-минус. А кто там внизу? Не знаю, мне интересно, там кто-то... Ребят! Резик! А кто там внизу? Там внизу кто-то есть? А посмотри, не мешает, если побегу. Ага. Далеко. Хорошо, Дим, я первый. Да, смотри, побежали. Тянь. Так, я пошел? Да, окей. Пошел? Да, давай. Тяни. Готов ускориться? Сейчас да, максимально бегу! Быстрее. Садись. Супер. Вообще красавчик. Ну ты дичь. Вообще по полной побежала. У меня ноги сразу оторвались. Да? Ты говоришь ускоряйся, а я ногами... Ты можешь ремку левую, правую вверх, правую коленку вверх, удобно. И левую коленку вверх. Хорошо. Удобно сидишь, еще раз правую. Я вроде окей. Ребята, за нами шуруют. Взлетели? Да. Красавцы. Что скажешь? Огонь. Могу сказать только одно. Огонь. Держи. Застегивай шлем. Вообще он нужен только на старте. Да. Я тоже его никогда не застегиваю. Летаю без корицы. Ну я просто уже знаю. Как... Если бы я летел в твоем месте, я бы, конечно, еще на колени тебя взял. Я на коленниках, я бортист, я на коленниках. Я не бортист. Ты на лыжах хотел сказать, где знаешь, да? Ну да. Ну да, не смотрелся. Ребята, Туля за нами, вот сзади нас. Обернись назад, через правое. Это я не вижу, я не могу. Видишь, вон. Ага, краешек вижу. Сейчас бомб дам немножко. Сейчас подожмемся, не подержи. Нас догонят. Ага, классненько. Скорость притормаживаем. Что? У-ху! Мы потолще, мы летим побыстрее, пониже. Побыстрее. И крыло у них 44. Ну я уже как бы с тобой разговорился, из-за этого тебя забрал. У меня 42, на 2 метра. А-а-а. В общем, для того, чтобы летать, невыгодно быть толстым, да? Да ладно. Ты толстый. 140 килограмм это толстый. Это толстый, да. Обалдеть. Можешь влево-вправо перекидывать, да? Посмотрите, более опытный. Высота растет над уровнем земли. И страшно, ну как страшно, да прикольно. Как на канат едешь. Да, ну да, как на канат. Как на высоте, как на цели. Ничего себе, картинка нормально. Картинка нормально, да, прорисована? Вообще, говорит. Нормально, я знаю. Аж не кажется, что такое. Грузия. Эти самые, как их? Скажи мне. Которые работают с графикой. А, ну, дизайнеры. Дизайнеры поработали грузинские. И как сделали хорошо. Прорисовали рельеф. Нормально. Дальше они еще строят раз, два, три, четыре, пять, шесть домов еще. Сейчас очень.
сделать сюда гондолу, а вот здесь не обещали, они обещали, что сюда будет. Это новый ходжур, а вот там тоже, это тоже новая гондола? Это нет, старая, нижняя гондола, а вот это вот верхняя гондола. Ага. Ой, я теперь понял, как тут все устроено. Да, вот там летом летают, на крестовом перевале, сюда летают, то есть у нас все сходящие гондолы. Как ты говорил, за давай. Три, вон. Фиг с ним, давай крутиться. Давай крутиться. Страшно, но давай крутиться. Чуть-чуть сейчас покрутимся, короче. Да. Вот. Останемся живы, следите за нами. Оу, вправо-влево будет сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой! Как самочувствие? Классное! Амплитуда! Да? Динамика хорошая. Я просто чуть-чуть дотрагиваюсь до пиланта, не сами плавают. Знаешь, тяжело крутиться, когда там девочка худенькая. Ага. Надо вот затягивать вообще так под жопу эту пиланту. А тут вот буквально вот управление у меня 20 сантиметров, короче. Как потом так, два слова о посадке. Какие краны, как вы выбираете нашу резинансию у нас на первый корпус. Какая твоя там, четвертый этаж? Да, четвертый, прям давай. Давай прям окошко. Папа, здорово. Смотри, на посадочке скажу тебе. Ножки вверх сделал, вот поднял. Вот так или под себя? Нет, вот так. Ага. Говорю, встань на ножки, встал на ножки. Понял? Пару шагов вперед, если можешь, сделаешь. Ага. Ух, вообще замечательно. Да. Почти. Посадка была такая. Ну, мягкая. Смотрю. Опа. Ну, покрутились, конечно, зачетно. Да мы что, мы лупик сделали? Где там, ребятки? Он приземляться сейчас будет. Не спеши, подержи камерку. Держу, держу. Подержи. Это круто. Сейчас, два, три, четыре. Камеру забрал, вправо перепрыгивай. Ты отстегнул. Ну, давай пятюньку. Красавчик, отдыши, сними хоть эту самую маску. А то непонятно будет. Кто летал?